Всем доброго суток. Так, GoPro-шка моя. Так. Я снял уже видео на новый канал. Сейчас я закину. На планы такие. Вот в наборе нашел у себя эту осьминожка. С ним более удобнее. Заказал еще держатели на Алишке. Еще под телефон. Под это буду. Сейчас новый телефон придет, А80 Samsung. И я этот... Буду прямые эфиры, там камера вообще зачетная. 47 плюс 8 плюс 5 вроде. Так, что моя Глоеда там делает? Я сейчас поеду, я хочу вас обрадовать. Вот сейчас солнышко выглянуло. Дождик лил опять всю ночь, но не так сильно. По этой грязюке мы поедем в Березки. Вот. И вас порадую. Погуляет, пусть покопает, поносится, побегает. И мама, небось какие-то дела, она хотела раскидать там какую-то этот штуку. Белые эти горошины, не знаю, ну как-то это удобрения такие. Не помню, как называется, специально посыпают. Как же он, блин, вот садовод, забыл все. Так. Азот, что ли? Нет, не буду врать ничего. Повыкидывать мусор у меня сейчас как раз дела подделаю. Обувь надо будет скоро все мыть. Потом все в планах будет. Все здесь засыпать, поднимать надо участок, конечно. Болото. Мы на болоте. Раньше всегда дача отдавали на болото. Вот. Так, ну что, экран горит, он не нужен. Ну, сейчас. О, звонок. Ты девочка война. Так, Москва. Алло. Да. А, приветствую, Павел Сергеевич. Сейчас, секунду. Да. Да, я писал. Вы посмотрите, пожалуйста. Да, модератор вам скинет тогда ссылку. Посмотрите это все. Если можно провести экспертизу, то давайте проводим. Вы мне тогда по WhatsApp тогда скиньте. Я сейчас просто буду занят. Если запускаем дело, то давайте беремся. Да, это Россия. Да. Нет, это не за границу, да. Я полные данные могу выслать. То, что у нас есть. Ну, а там, в принципе, все публично, там нормально все. Там хлопот особо заморачиваться не надо будет с этим отделом. Все, смотрите, все, давайте, все, пока-пока. Хорошо, все, до свидания. До свидания. Да-да. Ой, вода. А там вообще тоже за забором вода. А там у меня камыши. Тут хоть уток разводи, болото. Все, ждите. Сейчас заодно маман. Надо позвонить. Маман. Ой. Поедем. Ветер плохой, противный. Сейчас, орлы. Сейчас посадка будет. И рассадка. Поедем в родные Березки. Иду, морды. Мусор заодно выкинем, в магазин зайдем, Березки навестим. Так, лишь бы мусор не увезти куда-нибудь потом вообще в Москву. Не дай бог. Ну, он любит путешествовать. Завожу. Дрын-дын-дын. Ой. Не пой. Это как я приехал. Трактор завелся. Пойду выпускать, пусть побегают. О, сумку мою. Скоро одену тебе. Переоденусь. Видите, все. Как делают, непонятно. Вот кожа слезает. Натуральная крокодилья. Ну что, мордахи,
на углу атаки, да? Более-менее чисто у тебя, да? Иди, сейчас поедем. Кругом. Обходи лужицы. С овчарками сегодня рано шел. Поздно вчера потянул. Как они его... Они все гуляли. Как они в оборот его начали брать, ворота. Танюха с Хантой вылетели так, что... И нафиг им не сушиться не надо было, Ханте. Вот она, заводная козюлька. Вот. Иди. Иди гуляй. Белка. Иди, сказал. Фотки. Солнышко хорошо, фотографии будут красивые. Это что за опять натюрморт? Что за натюрморт? Иди. Айда сейчас все на березке. Игру. Что это было? Я тебе воду больше наливать не буду. Весь в деда. Кабель троллит. Тащится, она его ущипает. Белка ко мне идет. Сейчас поедем. Все, разошли. Ханта! Паркетное масло. Что, садится? Идите, идите. Сейчас открою. Тут неудобно. Тихо! Куда? Тихо. Господи. Иди садись. Иди, Танюх. С этой стороны. Неудобно здесь. Иди садись. Белка, иди садись. Вот так вот мы залетаем. Ханта. Ханта, я уберу сейчас. Столешница. Все, сидим. Молодцы. Так, сколько штук-то? А, вон золотые. Все, все пять. По списку все. Мы поздоровались. Что, плавает уже кто? Нет еще. Ну, воды уже вода. Девочки стоят, просто смотрят. Нет никого. Ну, сюда дикие утки еще прилетают. Ой, в городе сухо. Вот в городе нет дождя, нас залило там в деревне. Вот и все. Еле выехал. Все блокировки, все на включал. Туда-сюда и это. И... О, зеленый. Поехали, зеленей не будет. Пойду заберу маму. Поедем мы сейчас по делам. Так далее, туда-ли. Все? Блин, открыто, я так и знал. Надо приготовить все, чтобы выпустить. Сломали кодовый замок. Кодовую дверь. Скоро наладить здесь все. Постараюсь маме здесь сделать забор. А это все попилю на дрова, на мангал. Скоро косить тут все. Косить. Так, пролез я. 988. 77-56. Пи-п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 и. Не, не пи-пи-пи. Морда. Тихо. Спокойно. Спокойно. Тихо. Оглядываемся. Приглядываемся. Танюх, надо тебе еще покапать. Я тебе чуть-чуть, но у тебя не мокрит. Тихо. Это дверь так.
Так, морды. У тебя слюни текут, смотрю, да? Ну что, пойдем? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Идите. Не забыли. Блин, думал, там чужая собака, а это каюр темный. Ай ты. Ай, сколько здесь всего было. И будет, ребята, будет, будет, все будет. Тихо, тихо, да. Ветер, я говорю, что все поломало. Лестница. Все, вот такие ветра у нас. Порывистые такие ветра. Сильные, что, мама, не горюй. Ну, доски отошли. Ну, пасутся. Танюк, ты в офисе? Да? Вода вон полная миска. Если что. Игровая площадка на месте. Кто-то говорил, ножовка здесь. Да, вот одна ножовка. Она и была здесь. Одна. А вторую я покупал с красной ручкой. Вот тут миска. Но одна здесь точно лежит. Сварочная маска. Две рулетки. Ну и ладно, найдем. И куда не денется. Что вам, подкрывать вольера? Сейчас. Реконструкция будет. Вон даже. Пошла, пошла. По полной программе будем реконструировать. Ветрищи эти сумасшедшие. Тут бардак. Буду засыпать, все отсыпать по новой. Вот сейчас с полами понесла косточку. Рою этот новые вольеры с полами, и нет проблем. Никто не копает, ничего. Здесь же открытый участок, ну, открытое все. Дурдум. Попей, попей. Вот. Создам сейчас новый плейлист березки. Мы туда его первое видео и загрузим в березке. Это опять охотится. Все дырочки подлатаем, уберем. Танюха летит. Ядрен батон, да? Охота. Атака. За жопу. Так, гонка. Им здесь намного лучше, я могу сказать сразу. И это все вернется. Будет все классно. Зато можно разделять течки. Кого-то увозить. Кого-то привозить со щенками также. Кто-то со мной там со щенками. Это чтобы не нервировать мать и так далее. Но их надо вместе держать по-любому, чтобы они в стаю входили. Чтобы они их целовали, обнимали. Я думаю, что здесь щенкам будет и лучше, чем там. И все. Если будут щенки как таковые. Что-то не нравится мне вот это вот. Что мы там в углу пасемся? Травка зеленая повылазила чуть-чуть. Да, Таня? Какой шпинал, у тебя широкая какая. О, не обхватишь. Бублиндон. Бом-блин-бом. Бом-блин-бом. Бом-бом-бом. Пасутся, видишь? Там сетка с прогалом. Там он я положу, чтобы не проныривал его. В обнимку. Ну, обнимайся, стой. Пасутся, пасутся. Бел, где-то там откопала лосиную косточку. Так она старая уже. А? Что подерите с нее? Все, Танюк. Ну, тоже в позе стоит. Что? Что, морда? Что? Что? Обниматься она пришла. Все. Это охотится. Чу. Родные березки. Белка тут. Опа, косточку. А? Косточку. Ну, сейчас троллить его будет. Че гудок-то мне подставил? Смотри, не пыхни, а то взлечу. Хорошо, я не курю. То взлетели бы здесь, как атомная война.
Пойдем со мной. И не знает, косточку бросить или нет. Чу! Ну, Златка все-таки забрала эту косточку. А там ее нет. Белка, нет ее там. Все, профукал ты свое счастье. У дома мучительницы. Как в этом, в Карлсоне. Дом мучительницы. А у вас молоко Злата убежало. Какая досада. А я сошла с ума, а я сошла с ума. Так, вы за этой кости, походу? Да это не косточка. Злата, все. Все, все. Дай мне, Бел. Пищит игрушка. Ну, ламин, наверное. А, это пищит. Бела. На, на. Белка. Иди ко мне. Бела, иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Фу. Ко мне подойди сюда. Ко мне иди сюда. Я тебе сейчас так сделаю. Щелк, 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 щелк. Нервы? Злата, иди. На. Гремит челюстями. Вот так вот. Вся в отца. Фу, дай мне. Бела. Белка. Белкуня. Белкуня. Дай мне. Иди ко мне. Ко мне подойди сюда. Ко мне иди сюда. Иди. Много собак, не хочешь отдавать, я знаю. Бела, иди ко мне. Белкуня. Белкуня. Ко мне иди сюда. Иди ко мне. Фу. Фу. Молодец. Фу. Бела. Фу, я сказал. Иди ко мне. Хитрожопая. Никам. Бела. Белкуня, иди ко мне. Иди ко мне. Вот хочешь подходить. Ну, все. Фу! Пощелкай. Только бы не задрались бы. Не, Танька мимо. Молодец, молодец, девочка. Молодец, и ты молодец. Чего ты лежишь? Иди ко мне! Что это за выходки такие? Ну-ка иди сюда! Иди ко мне! Ко мне иди! Я что, я кому сказал? Сейчас я буду ее ругать. Ну-ка ко мне подошла сюда! Это что это не отдает мне такое? Ко мне подойди сюда! Ну, просим. Это кто так делает? Нельзя так делать! Нельзя так делать! Дай лучше голос. Единоличница. Все ее должно быть. Схватил мамкину игрушку и ходит. Да? Ты что учуяла? Чуилка мелкая. Что верхом чуешь? О. Смотрите. Жалом сейчас будет. Воздух ловит. Ловит, ловит. Бегает, ловит запах. Оп. А, череп. Это большая костяшка, да. Вы уже ее достаете? А, сломался этот. Веточка. Ну, висит он и висит. Да, деда череп. Thank you.
разбирает каюра. Прыжок на месте. Лобное место у них здесь. Кустарники, наверное, не буду подстригать. У них они здесь прячутся в тенечек, когда он расцветет. И получается у них здесь хороший тенек. И влажно здесь. Но я бы не сказал, что здесь много воды, потому что здесь, когда была весна, всегда, вот сколько мы здесь, больше 15 лет, да, я с собаками здесь, как бы сторожила, как говорится, древний здесь. Вот, и здесь вот всегда стояла вода в березках. Вот тут вода. Многие, кто смотрит с 17 года, я начал конкретно заниматься каналом с 27 апреля. Вот, здесь вода, вспомните, сколько здесь воды было. Я ходил, сколько грязи, что мне только здесь не советовали настелить. Вот, эти все поддоны я буду убирать, чтобы выход из вольеров был прямой, прям туда. Бочка это тоже в сторону, пока жечь костер никто не будет, она будет тоже убираться, чтобы прямой ход был туда прямо. Ну а лопухи буду выкапывать, потому что это помогает, косить бесполезно. А выкапывают репейник, лопухи, это все периодически большие, выкапываю, помогает, и они, ну плюс собаки утопчут все. Будь здоров. Здесь крапива. Очень много крапивы здесь. Где они вот сейчас здесь тусуются, я им здесь кашу. Вот, елочка растет. Я им для этого здесь вот, можно сказать, это не огород. Я им сосны посажу здесь для красоты. Пусть растут. Ну, сколько будет? 5, 10, 15 лет еще этому участку не трогать, не будут прокладывать трубы или что-нибудь еще. Пусть растут. Потом снесут. Во, а когда мы переедем туда, на участок, там уже посмотрим. Здесь будут гулять. Здесь будет выгулочный центр. Прогулка, как говорится, общественно доступная. Не более того. Пользуемся, пока есть возможность. Вот так она жалом вводит. А так не. Уберем все. Маме под сарай отдам. Конструкцию свою, как и говорил. Колодец буду копать. Скважину узнал, очень дорого. 140 тысяч только выкопать, 75 метров, плюс оборудование еще сотка. Очень дорого. Колодец мне намного дешевле выйдет. Накопать 26 колец, 28 это просто у соседа столько. Поэтому упираться буду на колодец. Своя вода, свой парник, поливка и так далее. Бела. Ну сейчас задеретесь вот из-за игрушки, за этой. Хотя Танюха. Тут нет. А, нет, это не тайна. Тайна! А, ты здесь? Я говорю, ты здесь вроде была. Напугала. Все. Вон он там, атаки идут. Все, все, все. Гуляй. Хулиганье, передеретесь же. И поросенок еще. А, ты его уже отгрызла ему, да? Сейчас Влад спокойно возьмет и все. Вот и все, взяла и пошла. И отнесла в сторону. Белка ей не возражает. А куда уж там возражать, возьмем другую. А тролль, троллит он тебя, да. Ну что вы меня окружили-то все? Что такое? Пойдем. Идите гуляйте, гуляйте. Сейчас будем вас сажать в машину. Так, мне с белкой надо решить вопрос. Я боюсь, что она не пойдет в машину, побежит мимо, устроит мне сейчас непонятно что. Поэтому я пойду за поводком. А вас позову, вы сядете. Хорошо? Все. Перемещаются на площадку, ждут команду. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Пошла. Стоят, ждут в офисе, ждут команды. Знаешь, что я пошел, и будет сейчас посадка в машину. Белку привязал на поводок. Сейчас будем сажать.
стоят, ждут. Идите, садитесь! Ханта, иди садись. Три. Сколько у вас штук здесь? Три. Иди садись. Ханта, иди садись. Особое приглашение надо. Все, молодцы все. Все, успокоился. Сидим, ждем, я пойду за белкой. Что ты, морда? Прыг-скок, прыг-скок, да? Ну, я в тебе пока не уверен, что ты полетишь в кузов. В этих уверен, а ты здесь все охраняешь. Ревнуешь. Говоришь, что любишь и ночами вспоминаешь. Да-да-да-да. А он тебя ревнует. Говоришь, что любит. Ночами обнимает. И спину он тыкает. А тебе. Все, перевернулся песня. Пожалуйста. Молодец. Здесь уже хорошее достижение, поэтому. Сейчас. Что такое? Кто там, Злат? Кто там? Фонарь. Ну, люди пришли, да. Охранница моя девочка, да. Умничка. Умничка, Златка, хорошая. Златка. Златка. Да, моя девочка? Да, чужой там, да? Чужой там. Охранница, да. Воет она, песни мне поет. Кто там? Какой голос? Чужой там, да? Кто там, Злат? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Молодец. Тут. Тут. Моя девочка. Запевала, да? Все, мы поехали. Повыли, попили. И так далее. Я закрываюсь. Тоже надо ехать, маму замерзла отвозить. Так что всем всего хорошего, спасибо. Показал вам березки. Скоро здесь будет движение, кипиш и так далее. Везде будет и там, и там, и там. Пойду кодовый замок закрою. Всем всего хорошего. Всем позитивного настроения, улыбок. Как бы там ни было, улыбайтесь в ответ. И будет все хорошо. Все, ветер сильный. Все, кодовый замок закрываю. Забыл. Все, не помню. Все, давайте, всем пока.